А ў сталічным палацы дзяцей і моладзі прайшоў традыцыйны скаўцкі баль з разнастайнымі танцавальнымі напрамкамі. Вопытныя танцоры арганізавалі майстар-класы, а ўсе жадаючыя прынялі ўдзел у традыцыйных бальных гульнях. Фіналам вечара стала абранне прымы і прэм'ера навагодняга балю. Репетиции были начаты где-то около 2,5 месяцев тому назад. Ну и по возможности ребята связываются с современными средствами и приходят, репетируют, тренируются. Сложнее, конечно, было с малышами. Родители у нас на работе. Если взрослый сам приходил, то малышей приходилось приводить в выходные. И даже в выходные дни они отдавали тренировкам к этому интересному мероприятию, к которому готовились целый год. В этом году у нас зарегистрировано 196 человек. В прошлом году у нас было меньше, поэтому у нас идет тенденция к росту, мы развиваемся, все больше людей посещает наши мероприятия, это не может не радовать. Мы получаем огромное количество положительных эмоций. Если вы видите, то здесь находятся дети от 6 лет. То есть здесь есть абсолютные малыши, которые приходят, дарят позитивные эмоции своим родителям. Здесь есть и взрослые люди, которые могут найти для себя здесь какое-то занятие. У наступным годзе беларуская скаўцкая арганізацыя адзначыць 30-годзе. Яна аб'ядноўвае па ўсёй краіне амаль 1300 чалавек.